Уважаемые друзья, с вами вновь Вероника Юлдашева. И напоминаю, что мы находимся в Благовещенском арматурном заводе, ведем репортажи с цехов. Сейчас, в данный момент, мы находимся в механосборочном цехе. И рядом со мной сейчас Владимир Александрович, начальник этого цеха. Скажите, пожалуйста, как давно существует этот цех на заводе? Наш цех открыт в октябре 2008 года. В настоящий момент проработали уже 11 лет. Численность состава цеха составляет 151 человек. А какое оборудование задействовано? Наши станочные парки представлены итальянскими станками с числовым программным обеспечением «Тревизаны». Также у нас есть представители корейских фирм, это «Дусаны». Есть американский станок «Фраер». Также наше советское оборудование – дипы, 300-е, 500-е, сверлилки, 2М57, фрезерный парк Ульяновского завода. Владимир Александрович, а скажите, пожалуйста, средний показатель выпускаемой продукции в этом цеху? В нашем цеху собирается номенклатура задвижки клиновые, литые диаметром от 250 до 800, давлением от 1,6 до 700 мегапаскаль. Изготавливаем клапаны обратные поворотные диаметром от 50 до 400, давлением до 100 атмосфер. Сейчас мы проследуем, уважаемые друзья, по цеху. Что нам предстоит увидеть? Вы увидите много представителей, с чего мы начнем. Это карусельные станки, дальше итальянское оборудование, станки с числовым программным управлением. Также посмотрим ЧПУ американцев. Друзья, смотрите, сейчас у нас происходит обработка фланцев. Добрый день! Что вы делаете? Обработка деталей механическая идет, фланцев 250 на 63. Осуществляется обработка. Какое оборудование? Токарный крутильный станок, ЧПУ, ручной привод. Спасибо. Продолжаем следовать по цеху. И здесь мы видим 4 оборудования. Сейчас мы пройдем. Вот первый станок «Тревизан». Напомню, что цех механосборочный. Здесь осуществляется сбор крупногабаритной арматуры. Дмитрий, расскажите, здесь что-то меняют, да? Да, здесь идет перенастройка «Тревизана». Поменяли призму, сейчас ставят корпус и будет дальше обрабатываться. Какие виды арматуры на этом оборудовании обрабатывается? Разные виды арматуры. Это как корпуса копы 300 на 40, 400 на 40, ЗКЛ от 300 диаметра и выше. Сколько времени занимает обработка одного изделия? Смотря от какого диаметра зависит корпус, 300 на 16 примерно полтора часа. Посмотрите на это чудо, такое большое изделие, как мне подсказал мастер, это самое крупное вот оборудование из «Тревизан» в этом цеху, которое обрабатывает такие большие диаметры, как 800 на 16. И далее вы можете обратить внимание на обрабатывающий инструмент. Скажите, пожалуйста, вот этот обрабатывающий инструмент, как он работает и для чего? Это замена инструмента, он идет. Замена резцов, сверел. Меняется, заходит в «Тревизан» и уже обрабатывается этим инструментом. Друзья, здесь я вижу станок ЧПУ для обработки деталей. Давайте подойдем и посмотрим ближе. Здесь автоматическое управление. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, что вы делаете? Сейчас устанавливаю крышку 150 на 40, то есть коповская. Буду обрабатывать две операции. ЧПУ. Что происходит? Обработка деталей, я так понимаю? Здесь происходит обработка шпинделей полностью от 250 до 500 диаметром. Полностью автоматическая обработка? Да. Друзья мои, можете посмотреть, что получается на выходе. Сейчас происходит у нас испытание на герметичность корпуса.
прокладки между корпусом и крышкой. Далее будет, если все нормально, герметичность клина. С обоих сторон задвижка газовая. Также будем проверять ее на газ. Сколько уходит времени примерно на, допустим, испытание на герметичность? Ну, даем мы на корпус 15 минут. 15 минут у нас выдержка на корпус.